Ну, кого-то все-таки ебнул в глухоте. Я не глядя бил. Я не понял, почему вообще на прицеле нет, пока не смотрел, что за мной передо мной. Кто меня, блядь, сразу сзади? Выкинуло. Меня слышно? Меня, тебя слышно? Да, слышно, слышно, нормально. Вы что, в СБ ушли? Да нет, да, меня выкинуло. Угу. Вражеские войска захватили точку. Ты пойдем, или ты, может быть, со Стасом хочешь там сыграть в СБ, я не знаю. Я на СБ с игру полного клиента. Ага, я не знаю.
А что это за полный клиент? Я просто в этом не особо шарю. Так ты играешь на нем, наверное? Наверное, играю. В СБ хочешь поиграть? Я не, Стас, честно, я пока хочу прокачаться. Хочу докачаться до 8.0, до этого Шеридана дойти. М551. Я его пока только на 64 прокачал, 1380. Андрюх! Да, а я сам не знаю, короче, у меня и звук все отшибло, короче, я тебя... Думал, ты меня слышишь. Ты меня не слышал, да? Слышал. Ну, я тебе сказал, что я, блин, это, сейчас так заиграю. Я знаю, я просто говорю, что жду уже минуту, когда ты приглашение заново кинешь. Ну, я перезагрузился, что такое. Что, поехали дальше, да? Да. Ну, я же, блядь, подумал, сейчас качаю курс 54, который я вообще не собирал. Что за курс-то? Ну, это про пизды, блядь. Ты бы лучше не ту 152 прокачал, блядь. Тебе бы радости бы не было бы. Так у меня все ИСУ. Ну, а у тебя есть коммунитет развития 50 миллиметров, а? Нам удалось перехватить инициативу. ИСУ 152. Четвертый раз? Или я не помню. Просто... А, ИСУ, ну да, четвертый раз. Я его качаю. 6-й ПМ. А? 6-0 БМ. Отлично! Убивает все движимое и недвижимое. Даже мало пузо пробивает. Есть такая машина. А коммунитив на ней у тебя есть? А хуй его знает. Я на ней нету. Значит нету. Значит бы запоздал бы, что значит роль Тауэра на. Я на ней играю, только когда надо на сушках убить какую технику. Приведи за мной. Я просто ради понта хочу хоть, блядь, в этом... В концлагере, блядь, как на полигоне испытать эту ёбаный ИД. Так, у нас точка в центре, да? А я поехал по крайней правой стороне. Остас, я так понимаю, в СБ там продолжает ебошить. Полный клиент. Да, ну я бы не сказал, что я ебошу, блядь. Просто играю. Мне, чтобы полный клиент докинуть после этой обновы, надо 5 часов загрузки. Вот на ночь сегодня поставили, чтобы он полный клиент докинул. Ну да, Стас, я понял, что там шахматные партии. Мне просто, понимаешь, Стас, я сейчас пиво пью, и мне сейчас не до шахмат. Я вообще шахматы люблю играть. Ну согласен, согласен. Под пивко надо немножко драйву добавить. А здесь она такая, как... В реальные шахматы люблю играть. Кстати, ранг не имеет значения. Кого я? Леопарда ебнул. Еще немного усилий, и победа в наших руках. В реальные шахматы я люблю поиграть. Внимание на карту. Противникам. Но правда скажу, что я в шахматы, если я играю... У меня обдумывание входа может занимать до получаса. Я не быстрый игрок. Такая же тема. Долго можно проиграть. Я играл с разрядниками в шахматы. Со вторым взрослым разрядом. Вот, блядь. Внимание на обозначенный сектор. Они говорят, Андрюша, давай время, время. Я говорю, какое время? Мы про время не договаривались. Ну, в результате либо 50 на 50 со вторым разрядом я играл. Ах ты, сучка, драная, а? Ай, блядь! Да, хороший танк Т-92. Все у него есть, кроме брони. Не надо ехать, как
А кого это у нас тут ёбнули, блять? А, Виталик, ты тоже здесь. Виталик на бару полез, блядь. Виталик дура! Виталик привык нарёк. Виталик, что он, что у тебя там в команде зрителей поддержки, группы поддержки вышел? А где ты группа поддержки? Кто там у тебя в группе поддержки сидит, я спрашиваю? Сергей. Ага, Серега пришел. Нужна поддержка? Я никуда не пойду. Вражеские войска захватили точку. Серега, тебе привет. Да нет, практически нормально. Я как сижу с моей стороны. Союзные войска захватили точку. Я его взлетанул, вот летали. А я в небе воду ко мне. Да, вы сами.
Нет, только Декермас. Ну не один он был. Кем ты там воюешь? Я за тебя возьму. Ни с кем. А, ты на самолете. И все мимо, блядь. Ёбаный кипер нам. Он задний ход дал. И он задний ход дал. А я вообще с этими 10 ракетами сбить по мимо. Пучку какую-нибудь дубануть здесь, выкирающую, можно. А где он по одному мишени, как-то, блядь, порыжи тот, или не летят в разные стороны. Не, мне понравился предыдущий бой, за что они не отдали талисман, я хуй знаю. Но это меня обрадовало охуенно. Может быть. Приготовили как? Да мне дублёры выдавали, сейчас. Готов.